85 замежных грамадзян атрымалі першы кампанент вакцыны супраць COVID-19. Паведамілі ў абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Гаворка ідзе аб замежніках, якія з 15 ліпеня часу дзеяння указа аб бязвізавым наведванні Беларусі для вакцынацыі скарысталіся магчымасцю прайсці працэдуру на Гродзеншчыне. Згодна з указам, бязвізава наведаць Беларусь тэрмінам на 5 дзён для праходжання вакцынацыі ад COVID-19 могуць грамадзяне 73 дзяржаў. На дадзены момант паўдзельнічаць у імунізацыі менавіта ў Гродзенскай вобласці выказалі жаданне жыхары Украіны, Літвы, Латвіі, Грузіі і Германіі. На сегодняшний момент у нас в Гродненской области получили первую прививку уже 85 иностранных граждан. Вторую прививку получили пока 29 иностранных гражданина. Обращаются граждане по записи в информационной системе в соответствии с указом президента. Таких граждан было 48. Те иностранные граждане, которые проживают на территории Гродненской области, они могут обратиться и самостоятельно. Такие тоже у нас есть, обращаются и проходят уже для вакцинацию именно в своих территориальных поликлиниках. Вакцинация замежных грамадзян ад COVID-19 проводится у медустановах, вызначенных Министерством аховы здоровья во всех регионах краины. Для прохождения процедуры дзейнічае онлайн-регистрация, где на этапе заявки замежных грамадзянин может выбрать город, где жадая пройти процедуру. Усяго у краине такую послугу оказывает 59 установов аховы здоровья, з их 7 на Гродзеншчыне. На территории Гродненской области такая вакцинация проходит на 7 административных территориях. В городе Гродно это центральная поликлиника и 7-я поликлиника. А также административные территории это Берестовица, Свислыч, Волковыск, Щучин, Лида, Воронова.